Запоминайте, с нового 2020 года Прима — это 24 часа собственного программирования. А по будням вечером с 19 до 21 часа новый канал Прима. Это еще больше новостей, гостей в студии, экспериментов, включений, сюжетов и новых проектов. Такой формат на Красноярском ТВ еще никто не делал. Это надо видеть. Мы спросили у горожан, за что они любят Приму и ее корреспондентов. Развлекательный канал, хороший. Добрый, позитивный. Так как вы преподносите информацию, ну, интересно. Ну, освещение в новостей, как-то все так живо, не занудно. И всякие новости, не только, допустим, как на НТВ, негатив. Новости ваши нравятся, потому что вы задеваете актуальные проблемы в своих новостях, да. Современный канал, который всегда доносит правдивую информацию, я надеюсь. Вы знаете, наверное, все корреспонденты мне симпатичны. И еще раз. Еще больше Примы с нового года. Мы переходим на круглосуточное вещание. Смотрите новости о любимом городе. Встречайте вместе с нами гостей в студии. Канал Прима. Еще больше сюжетов, рубрик, проектов и экспериментов. Увидимся на Приме.